Тревожные новости приходят в нашу редакцию из всех городов Испании. Куэнка. Много случаев гриппа, несколько смертей. Лагроньо. Множество заболевших гриппом. Есть погибшие. Сантандер. Во всех городах провинции множественные случаи гриппа. Закрыты школы. Ввиду чрезвычайных обстоятельств продлены рождественские каникулы. В Карелисе гриппом больны более половины жителей. Эпидемия гриппа? В Испании? Инкубационный период короткий, не больше суток. Симптомы проявляются внезапно, сопровождаются слабостью, ломотой в теле, болями в конечностях и грудной клетке. Пациенты жалуются на головные боли и светобоязнь. Название «испанский грипп» ошибочно. 8 миллионов испанцев действительно умерли от этой болезни, но грипп вовсе не был испанским. Его так назвали, потому что Испания была нейтральной страной, и там не действовала цензура. А у воюющих стран США, Германии, Великобритании, Франции и остальных цензура была, и они очень не хотели, чтобы новости о гриппе помешали войне. Первые случаи заболевания зафиксировали почти одновременно в разных частях мира, в Европе и США.